Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале о вязании. Давно вам обещала мастер-класс по погремушке лягушки, и мне как раз нужно связать в комплект вот этой тягучки погремушку, поэтому давайте свяжем ее вместе. Что нам нужно для погремушки? Нам нужна пряжа, у меня это будет двух цветов, это Alize Cotton Gold, зеленый это 126, желтый это 110, желтый прям очень мне нравится, ну зеленый тоже неплохой. Дальше что нам нужно, конечно же это деревянное колечко, у меня это 55 миллиметров, можно взять 60 миллиметров. И гремелка. Гремелка диаметр мой 24 миллиметра, но можно чуть-чуть больше. Крючок я вяжу 1,75 и ножницы. Ну, немного наполнителя, это, я думаю, так понятно. Давайте приступать. Что нам нужно связать в первую очередь? Сейчас все лишнее уберем. В первую очередь делаем обвязку колечка. Для этого набираем цепочку из 25 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот. Петля подъема. И во вторую петлю от крючка мы начинаем провязывать в обратную сторону столбики. Таким образом мы должны связать 6 или 7 рядов. Почему я говорю или? Потому что мерите на толщину своего колечка. Но сейчас я провяжу 6 рядов туда-обратно поворотными рядами и покажу, что я имею в виду. Колечки бывают разной толщины, и возможно, и плюс еще у всех вязка разная по плотности, возможно, кому-то хватит и 6 рядочков, а кому-то нужно будет провязать 7. Все, вяжем 6 рядов, не забывайте делать в конце ряда петлю подъема. Я провязала 6 рядов и теперь примеряю. У вас должно быть в натяг и как бы оставаться совсем-совсем небольшое расстояние. Но когда вы начнете пришивать, у вас оно плотненько все сядет на колечко, и сама игрушка не будет, вот, к примеру, вот видите, плотненько здесь все держится. Потому что бывает, что спрашивают, почему у меня болтается сама погремушка, верхняя часть. Потому что слишком широкое колечко, болтается обвязка, соответственно, болтается погремушка сама. Все, обрезаем. И сейчас будем вязать основную часть, а потом уже собирать давайте вместе. И смотрите, я под видео оставлю ссылочку, этот мастер-класс выпущу на Дзене в текстовом описании. К сожалению, на YouTube ограниченное количество символов под мастер-классом, под видео в описании, поэтому я сделаю подробное описание, сколько петель в каком ряду, где что вяжем на Дзене, и оставлю ссылочку. Начинаем вязать саму голову. Кольцо амигуруми. 6 столбиков в кольцо амигуруми. Это первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Второй ряд. 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы вяжем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще раз подтягиваем эту ниточку.
и в следующем ряду будем ее закреплять. Третий ряд мы вяжем один столбик, следующий столбик прибавка, один столбик, следующий столбик прибавка. Итого у нас должно получиться 18 петель, 18 столбиков. Ниточку эту подтягиваем и закрепляем. Столбик, следующий прибавка, столбик, следующий прибавка, и так до конца ряда. 18 столбиков должно получиться. Третий ряд провязали, четвертый ряд у нас будет 2 столбика прибавка. Я вешу контрастную ниточку, это у меня будет маркер, на начало ряда. 2 столбика в третий прибавка. 2 столбика в третий прибавка. У нас в конце ряда должно получиться 24 столбика. Пятый ряд. 3 столбика в четвертый прибавка. 1, 2, 3 прибавка. 1, 2, 3 прибавка. И так до конца ряда у нас должно получиться 30 столбиков. Шестой ряд у нас будет 4 столбика прибавка. 1, 2, 3, 4, пятая прибавка. 1, 2, 3, 4, пятая прибавка. И так до конца ряда. Получается у нас в шестом ряду 36 столбиков. Седьмой ряд. У нас будет 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой прибавка. И так до конца ряда должно получиться в седьмом ряду 42 столбика. Восьмой ряд. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмой прибавка. В восьмом ряду у нас должно получиться 48 столбиков. Далее, девятый ряд, мы провязываем точно так же 48 столбиков, без прибавок и без убавок. Встретимся с вами в десятом ряду. Провязали девятый ряд, напоминаю, что у нас должно получиться 48 в восьмом ряду. И в девятый мы провязываем без изменений. Далее, десятый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков и в восьмой прибавка. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прибавка. И так до конца ряда. В конце 10 ряда должно получиться 54 столбика. Это максимальная ширина у нас. Далее мы вяжем 4 ряда, то есть с 11 по 14 по 54 столбика без прибавок и без убавок. Встретимся с вами в 15 ряду. Провязано у нас 14 рядов. И теперь начинаем делать убавки. 15 ряд. Вяжем 7 столбиков, убавка. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 и убавка. Давайте покажу, как я делаю убавку, чтобы не было дырочек. Я захватываю в первой петле первую полупетлю верхнюю, во второй петле вторую полупетлю, ну, первую тоже полупетлю верхнюю. Дальше протягиваю ниточку и вот так. Давайте еще раз провяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, убавка. Давайте еще раз показываю. Верхняя полупетля, верхняя полупетля и вместе две. Таким образом, у вас получается в 15 ряду 48 столбиков. 16 ряд точно так же провязываем без убавок, 48 столбиков. 17 ряд мы провязываем 6 столбиков, убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6 и убавка, 2 столбика вместе за верхнюю полупетлю. Таким образом, у нас должно получиться в 17 ряду 42 столбика. И давайте уже дальше, я не буду вам каждый ряд показывать, то есть точно так же, как мы делали прибавки, мы теперь в обратную сторону делаем убавки. 18 ряд будет у нас 5 столбиков убавка, должно получиться 36 столбиков в конце. 19 ряд будет 4 столбика убавка, должно получиться 30 столбиков в конце. 20 ряд будет 3 столбика убавка, должно получиться 24 столбика в конце. 21 ряд будет 2 столбика убавка, 18 столбиков в конце. 22 ряд 1 столбик убавка, 12 столбиков в конце. И 23 ряд 6 убавок, это будет завершающий ряд. После 19 или 20 ряда, то есть когда у вас останется 30 или 24 столбика, мы вставляем гремелку, иначе потом в конце она просто не пролезет. Немного набиваем деталь и вставляем гремелку. Но я сейчас давайте дойду до этого момента и покажу вам. Вот у меня осталось 24 столбика, это 20 ряд я провязала. И теперь я не до конца еще, не окончательно, но набью игрушку и вставлю туда гремелку. Иначе потом она не поместится, если еще несколько рядов провязать. И потом, после, когда останется у вас 12 петель, донабиваем окончательно. И уже закрываем дырочку. Кончик оставляем ниточки длинные, потому что мы будем этой же ниточкой пришивать к основе. Вот что у нас получилось. Обратите внимание, что деталь должна быть немного приплюснутой. Это не такой шар, как был в погремушках, где у меня основа одна, а зверьки разные. Здесь немножко по-другому и шар приплюснутый. Осталось нам связать глаза и потом будем оформлять. А, нет, еще же воротничок. И будем потом оформлять. Смотрите, для глаза нам их нужно связать 2. Мы их будем пришивать по бокам. И зрачки будем вывязывать отдельно и также пришивать. Кольцо амигуруми, 6 столбиков в кольцо амигуруми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, затягиваем. Это был первый ряд. Второй ряд
6 прибавок, то есть в каждую петлю мы вяжем по 2 петли по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прошу прощения, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Подтягиваем ниточку, третий ряд. Мы, получается, в третьем ряду должны сделать не 6 прибавок, как мы обычно делаем, а всего лишь 3 прибавки. То есть мы провязываем 1, 2, 3, в четвертый столбик делаем прибавку. 1, 2, 3 и в четвертый прибавка. 4, 5. Опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И последний раз. 1, 2, 3, прибавка. В конце третьего ряда 15 столбиков должно получиться. Дальше, 4-5 ряд мы провязываем по 15 столбиков, и на этом деталька одного глаза у нас будет закончена. Нить обрезаем достаточную для пришивания, и все, в принципе. Давайте с вами провяжем самостоятельно 4-5 ряд по 15, и вторую деталь точно так же самостоятельно вяжем. Вот такие две детальки у меня получилось. Это у нас вот эти глазки. Так, дальше давайте свяжем воротничок. Зеленым цветом у нас закончено все. Смотрите, здесь можно в качестве оформления или воротничок, или бантик сделать. И, ну, я потом покажу, как можно сделать, куда бантик прицепить. Для воротничка я набрала уже цепочку из 27 воздушных петель. Теперь мы будем в обратную сторону, делаем 2 петли еще, накид, и в третью петлю от крючка мы провязываем столбик с накидом. И дальше мы провязываем в каждую петлю основания по 2 столбика с накидом. Когда мы дойдем до конца, вот эту ниточку, кстати, мы вот так вот подкладываем, когда до какого-то вот, ну, вот столечка примерно останется, мы ее подкладываем и сразу закрепляем, то есть провязываем две вместе с основанием. И когда дойдем до конца, мы делаем 2 петли подъема, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону точно так же по 2 столбика в каждую петельку. С накидом. Вот такой у нас получился воротничок. 2 ряда. Теперь давайте начнем сборку, а потом уже, когда все будет готово, сделаем зрачки, пришьем. Для сборки нам нужна игла. Начинаем, естественно, с колечка. Оборачиваем вокруг колечко и начинаем сшивать петля в петлю.
Вот что у нас получилось после пришивания всех деталей. Если вы хотите вместо воротничка бабочку, то бабочку вы пришиваете прям вот сюда, к основе. Не там наверх, а к основе. На воротничок я оставлю ссылочку. У меня есть прям отдельное подробное видео, как там вязать каждый ряд и как пришивать, чтобы были красивые воланы. Теперь нам нужно сделать зрачок. Тоже вяжется все очень просто. Можно, конечно, и вставные глазки сделать, но я считаю, что для малышей это не оправдывается. Несмотря на то, что они на безопасном креплении, но если вы, конечно, на безопасном креплении вставляете, все равно как бы я предпочитаю больше уделить времени безопасности, но хотя да, вставные намного быстрее. Но если вы надумаете делать вставные глазки, то вы вставляете их, естественно, до пришивания. Черным цветом это 100% хлопок, что-то типа пехорки ажурной. Не тонкий, не толстый, такой средний, салфеточки, из которого вяжут. И для обвязки грызунков я использую кольцо амигуруми и 6 столбиков кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Соединительный столбик. И обрезаем. Берем белую нить. Присоединяем. И провязываем в каждый столбик по 2 прибавки. 6 столбиков должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что я сказала? 6 столбиков, 12 же должно быть. 11. И вот здесь можно провязать еще 12 и сделать соединительную, или после 11 сделать в первую петлю, где мы присоединяли соединительную. В принципе, это, ну, как бы не важно. Главное, чтобы у вас получилась обвязочка. Все точно так же отрезаем нить, только здесь уже подлиннее. Второй зрачок вяжем точно такой же. Когда будете пришивать, все вот эти ниточки нужно подтянуть и лучше их связать, чтобы они у вас точно нигде не вылезли. Обрезать коротенькие не советую, иначе может все распуститься. Вы их потом просто прячете вовнутрь, когда пришиваете. И пришивать вот сюда вот таким вот образом. Все, глазки пришиты. Осталось нам вышить улыбку и язычок. Зону улыбки лучше наметить, например, булавочками. Вот отсюда, да, я хочу сделать. И пускай будет вот так. И вот так. И вот по этим булавочкам мы теперь просто вышиваем черной ниточкой. А потом уже язычок.
такая очаровательная лягушечка у нас получилась. Почему-то мне кажется, что это девочка. И в комплекте смотрится очень симпатично, ярко, весело, задорно. Будем с вами заканчивать это видео. Надеюсь, этот мастер-класс будет вам полезен. А на вот эту лягушку оставлю ссылочку на мастер-класс под видео в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.